Привет всем подписчикам LegalBet. Продолжаем обсуждать чемпионат мира. Ну и давайте немножко поговорим про команду, которую лично я считаю главным фаворитом всего турнира. Это сборная Бразилии. Бразильцам играть против мексиканцев. Я думаю, что у бразильцев будет серьезное преимущество по многим компонентам с точки зрения созидания. Я думаю, что одним из таких компонентов будут угловые. И хочется предложить, в числе ставок, которые я хочу предложить на эту игру, ставку на угловые сборной Бразилии. Они подают много против любых соперников, и я думаю, что эта игра не будет исключением. Индивидуальный тотал по угловым сборной Бразилии. Вот то, что хочу вам предложить. Индивидуальный тотал больше 6,5 угловых. Лично для бразильцев, индивидуально для этой команды, в матче против сборной Мексики. Ну и я думаю, что бить будут много и бразильцы, да и мексиканцы в этой ситуации, я думаю, что тоже будут удары по воротам соперника наносить, поэтому тотал по ударам по воротам, не створ, а по воротам, предлагаю взять больше. Здесь наиболее оптимальное число, мне кажется, 23,5 удара. Так вот, 23,5 удара по воротам соперника в этом матче и для мексиканцев, и для бразильцев больше. Итак, индивидуальный тотал для бразильцев по угловым больше 6,5 за игру и общий тотал по ударам по воротам больше 23,5. Вот мои предложения на матч Мексики и Бразилии.